Как получить льготу или налоговый вычет на квартиру, комнату, жилой дом, гараж или дачный домик? Согласно главе 32 налогового кодекса, налоговые вычеты предоставляются на все виды объектов. Во внимание берется кадастровая стоимость недвижимости. Налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров от его общей площади. В отношении каждой квартиры на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров. В отношении комнаты на 10 квадратных метров. Заявлять какие-либо льготные категории в этом случае не нужно, так как эта льгота не является и автоматически предоставляется налоговым органам при расчете налога. Главой 32 также выделен перечень льготников, такие как инвалиды, например, и пенсионеры. Вот тут уже необходимо заявить льготу налогоплательщику. То есть, если в собственности плательщика находятся 3 квартиры, 2 жилых дома и 1 гараж, льгота будет предоставляться на 1 квартиру, на 1 жилой дом и на 1 гараж. Согласно законодательству, общий срок уплаты имущественных налогов до 1 декабря. Однако в этом году первый день зимы приходится на субботу, поэтому платить налоги нужно будет до 3 декабря 2018 года. Более подробную информацию о своих имущественных налогах можно получить как в личном кабинете на сайте налоговой службы, так и при личном обращении в налоговые органы.